День голубых беретов помнит каждый, а день зеленых фуражек – сегодня день пограничника. Самое время петь песню, которую нам написал пограничник Леонид Агутин. Доброе утро, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет, и программа «Нам пишут». Традиционный конкурс профессионального мастерства водителей трамваев превратился в настоящее каскадерское шоу, пишет «Вечерний Барнаул». В задание включено несколько элементов: прохождение участка с определенной скоростью, экстренное торможение, точность остановки и так далее, рассказывает участник соревнований Роман Сапрыкин, водитель третьего класса. Были и учения по ликвидации огня в салоне. По итогам конкурса первое место занял водитель депо номер один Алексей Семенов. Второе место поделили Марина Сысоева и Роман Сапрыкин. Третьими стали Надежда Монакова, Евгения Вертлюгина, Надежда Крахалева. В Барнауле продолжается строительство многофункционального ледового катка на улице Жасминной, 3. Первую очередь обещают сдать к концу текущего года, пишет «Комсомольская правда». В основном здании разместятся две ледовые площадки, раздевалки на 6 команд, медблок, сауна, массажные кабинеты, гардероб на 450 мест, массовая раздевалка еще на 180 мест и буфет. На трибунах одновременно смогут разместиться 400 человек. В Барнауле у Первомайского появился красочный паровозик с жареными каштанами, пишет «Алтайская правда». Готовится деликатес прямо на улице. Стоит недешево, 200 рублей за порцию из 10 штук. Алексей Шикин с женой получают итальянские каштаны сорта «Рождественский» из-за границы. Каштаны называют сухим кофе. Они оказывают бодрящее действие на организм. Для вегетарианцев этот орех – источник полезных жирных кислот и витаминов. По Бродскому в честь его юбилея мы на днях уже гадали. А по газетам гадать не надо. Там все написано прямо. Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую.